Всего в несколько простых этапов смарт-кары превращают пищевые отходы в высококачественный компост, идеально подходящий для удобрения растений. Шаг первый. Пищевые отходы, включая кости, очистки и мясо, собрать и положить в сменную емкость. Шаг второй. Нажатие кнопки запускает тихий цикл, в котором мощный импеллер и гидраторы стерилизуют и перемалывают пищевые отходы на мелкие частицы при температуре 55 градусов по Цельсию. Уникальный угольный экофильтр исключает любой запах. Шаг третий. Устройство автоматически отключается, как только пищевые отходы полностью высушиваются. Время сушки регулируется автоматически, в зависимости от количества отходов и их влажности, тем самым экономя энергию за счет сокращения ненужного времени сушки. Шаг четвертый. Полученный органический остаток можно использовать как высококачественный компост, обогащенный питательными веществами, которые помогают растениям лучше расти, что научно доказано. Чистка также проста. Функция самоочистки устройства упрощает обслуживание. Съемная емкость легко очищается одним нажатием кнопки. Независимый блок можно разместить в любом месте, где есть подключение к электросети. Сделайте свой первый шаг в сокращении пищевых отходов и минимизации углеродного следа вашего дома. Присоединяйтесь к нам, чтобы превратить пищевые отходы в продовольственные ресурсы. Чистый дом, чистая планета. Вместе с SmartCara.